Маленькая страна счастливых людей – это место реально. В королевстве Бутан, что ютится в Гималаях между Китаем и Индией, развитие государства измеряют при помощи валового национального счастья. Его власти официально проводят политику благополучия своего народа. И благодаря им 20 марта многие страны мира отмечают такой необычный, но важный праздник, как День счастья. Это эфемерное понятие долгие годы изучают психологи, философы и даже медики. Но к общему мнению прийти так и не могут, а потому и определений существует очень много. Так что же такое счастье? Что же такое счастье? Вот смотри, человек, разные люди, да, один упал в лужу, и в луже он видит только лужу. А другой человек упал в лужу, а в луже он видит отражение звездного неба. И вот тебе рецепт счастья. Разреши себе быть счастливым, тогда ты будешь счастливым. Это универсальный рецепт счастья общего действия, но у каждого еще есть свой личный авторский рецепт, а потому и счастье у каждого свое. Как стать счастливым и что такое счастье? Нет, не знаю. Как в том кино, счастье – это когда тебя понимают. Счастье – это то, что мы создаем сами себе. То есть то, что человек хочет, что он считает для себя счастьем, он каждый день должен для этого трудиться и достигнуть его, вот и все. Я не знаю, трудно сказать. А как стать счастливым? Тоже не могу сказать. Празднику еще нет и 10 лет, а потому традиция у него пока не сформировалась. Так даже интересней, можно придумывать их самим. Неважно, как вы проведете 20 марта, главное, чтобы в этот день в вашей голове не было места грустным мыслям и плохому настроению.